Всем привет, дорогие друзья! Я ездила в город по делам и кое-что закупила. Сейчас вкратце покажу сначала один пакет, то, что здесь уже в магазине брала. Ну, это по папке. Машинку убери, пожалуйста. Туалетная бумага. 5 рулонов. Потому что туалетная бумага у нас заканчивается ужасно быстро. И жидкость для снятия лака надо было мне. Ребята тут поели, тарелки понаоставляли. Так, сейчас следующее покажу, что взяла. Так, заходили мы сюда в магазин в овощной и продуктовый. Печеньки взяла в чаю. 2 булки хлеба. Да, еще 1 литр молока. Больше молока, потому что не было. Также... достать не могу. 2 лимона с чаем пить. Сейчас пока болею, с чаем пью. Сейчас вот так вот поставлю, чтобы видно было. Потом немножко хурмы взяли сейчас с детьми. Ой, прямо аж раздавилась хурма. Мягкая, хорошая хурма. Сейчас поедим с детьми. У нас хурму не все едят. У нас некоторые ее не любят. Также яблочек взяла целый пакетик. Следующие покупки сейчас покажу вам. Так, рис. Маша, стол с крупами убирай. Бананы. На Ване тебе с наклейкой. Марина, Сана. Еще бананы. На, раздавай там сама. Хорошо, Марина, дель. Вот еще бананы. Прокладки еще одни. Дальше купила винограду детям немножко, короче, фрукты немножко взяла. Цикорий взяла им пить, они, Маша особенно любит, да, Маша цикорий. Дальше взяла батон нарезной. Так. 2 паштета взяла. Чего ты хочешь, с наклейкой, что ли? Господи, побольше. А? Побольше банан выбираешь? Катя такая умная, банан побольше взяла. Батон еще один, это уже нарезной. Потом завтра мы, наверное, постряпаем орешки со сгущенкой. Взяла 3 сгущенки. И взяла на пробу вот эту вот штуку. Мы никогда такое не брали, да, Маша? Одну пока взяла на пробу. Сейчас ее разрежу, всем по кусочку попробовать хватит. Если она им понравится, в следующий раз будем еще покупать. И тут вот чек у меня вышел на 881 рубль. Ну, не считая виноград. Винограда что это уже в другом магазине брали. Тут какая-то скидка, шампуни. Можно взять ментол, Head & Shoulders. До какого числа? По 7 по 9 число. Она скидку эту сохранить. И бонусы можно получить. Тоже надо сохранить, значит. Сейчас пойду бонусы получать. Вот такие вот, ребят, в целом покупки. Также многие меня потеряли, спрашивают, где. Ребят, все нормально. Я уже выздоравливаю, слава богу. Немножко так пофилонила, как говорится, да? Как многие скажут, попритворялась. Вань, мы не туда ложим, мы ложим на стол, потом эта курочка все Егор выкинет. Вот такие вот дела. Пакеты у нас эти для мусора. Вон, Ваня, вон ведро стоит, Егор тебе дал. Так что вот так вот. Ладно, ребят, сейчас раздам все, все уберем и пойду чай попью и смонтирую для вас влог. 2 дня я ничего не выпускала, потому что состояние так себе было. Ну, не об этом суть. Вы, главное, себя берегите, и все будет хорошо у вас. Ладно, всем пока. Что могу сказать о кукурузе? Все вот так вот чуть-чуть погрызли и сказали, невкусно. Кукуруза никому не понравилась на початке. Вот все нахваливают, вкусное, вкусное. Мои дети не оценили. Сказали, невкусное, в банках вкуснее. Так что больше мы такую покупать не будем. Зато хурма вкусная. Хурма обалденная, ребят.
А я эти не люблю. Классная. Всем приятного аппетита. Что хотела? Всем добрый вечер. У нас вечер. Я навела тесто немножко в этот раз. И мы, как всегда, делаем орешки. Многие меня потеряли. Да, видео не выпускала. Самочувствие не очень, настроение тоже к черту нахрен. Нехорошее. Маша, ты вытерла насухо? Вот это вот тоже вытреть насухо, пожалуйста. Первая партия орешек уже делается. Потом сходи до папы, пусть я сгущенку открою, и ты повидло у нас еще плюс есть. Как бы я себя плохо не чувствовала, но надо делать. Что мы будем делать. Да. Оно горячее, я боюсь, Маша, что вы обождетесь. Будем делать сейчас потихонечку. Тесто еще отбиваем. Так оно тогда лучше становится. Я знаю, что вы сейчас скажете, что ё-моё, Настя, ты сдурела, что ли? Тесто на орешки не отбивает. Ну вот. Я отбиваю. Мы отбиваем. И сейчас шарики накатаю. Папа, иди гусенку открой. Так туда бы сходила к нему, да. Там бы открыл. Он всегда тут открывает. Да какая разница, где открывать, господи. Он что тут, что там открывает ее. Шарики делаем, чтобы потом побыстрее закидывать. А где Катя? Она ж так заядла хотела орешки делать. Сейчас у меня эта Катя лоб получит. Так, ребятки, гулять. Мы сделаем, потом будете. Играть, я имею в виду, в комнату идите. Вот такие вот дела. Ванька что-то капризничает у меня. Вредничает. Вроде не болеет, а капризничает. Что, открыли машинку? Сейчас нажарим опять орешку. С чаем пить. Я сегодня ходила в магазин, купила еще повидло. Не знаю, какое только оно. Вот такая вот баночка стоит 55 рублей. Видите, ценник на баночке прямо написан. Вот такая баночка. Но оно густое, хорошее. Выкинь, пожалуйста. Поэтому первая партия орешков готова. Я еще буду вот так вот выкладывать, а детки будут потом уже фасовать орешки со сгущенкой, с повидлом. С чем захотят, с тем и сделают. Марина, стой! Надо вот так лежать. Честно, состояние пока еще так себе. Слабость у меня, ребята, слабость очень сильная. Стоп, стоп! Ты отсюда начинаешь? Что ли еще будет? Ну, это съешь. Это нормально, Маша? Все. Защелкнули. Вот такие вот орешки получаются. Вот вблизи покажу. И дети сейчас будут делать. Ладно, дорогие друзья, дальше делаем. Дальше готовим. Напишите, что вы обязательно готовите. Вот сейчас немножко поделаю и пойду сяду, наверное, попробую смонтировать. Все, вставай, это делайте. Катю зови, она ж хотела делать. Господи, что-то она пышит аж так. Я аж подпрыгиваю, когда она так шипит. Так у нас дома все вроде нормально. Так что вот такие вот дела. Что пока не родила. Сейчас опять напишу, что Рантина беременна. Даже Маша смеется. Нам постоянно это пишут, да, Маша? Что мама беременна. Ой,
Если посчитать по комментариям, то у нас уже, наверное, штук 20 детей должно быть. Кто родила, то беременна. Вот такие вот дела. Еще зуб как назло заболел. Ладно, готовим. Кушать дальше. Выключай. Так, мы с Машей приготовили орешки. Вот это вот у нас со сгущенкой, это у нас с повидлом, а эти остаются без начинки просто, потому что некоторые с начинкой не едят. Ну вот в целом вот все, что мы приготовили. Девчонки, сходила в магазин у нас вечер. Я пришла в себя, все в порядке. Так, что купила? Ну давайте начнем вот с этого, наверное, пакета. Детям взяла пазлы, потому что им уже нечем заняться. Пазы многие растеряли. Взяла небольшие, чисто для развлечения. Дальше взяла майонез. Сделайте телевизор потише, пожалуйста. Майонез взяла, потому что сегодня будет борщ. Дальше. Также взяла сметану. 2 литра молока. Пекинскую капусту. Деткам немного взяла молоко, ой, фу, винограда. Оксана, иди, пожалуйста, отсюда не мешайся, будь добра. Зелень немножко на салат взяла. Овощи кое-какие взяла. Дальше. Семейную булочку. И тут пол пакета разных всяких, разных печенек. Короче, пол пакета вот такого. Все. Вот такие вот в целом все покупки. Сейчас пазлы перепроверю, чтобы всех деталей хватало. И потом отдам деткам. Тут разные. Получается 4-6 штучек. Все. Вот такие вот покупки.